Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Сегодня мы с вами продолжаем играть в мою новую игру по Туалет Тавер Дефенсу. И, ребята, в прошлом видео мы кодики не успели сделать. Сейчас мы, ребята, добавили один кодик, и я вам сейчас его покажу. Так что, кто еще не играл, ребята, обязательно заходите, вводите Game Rain. Вот так вот, ребята, и получайте 3 гем буста. То есть, ребята, смотрите, вот здесь вот теперь у нас доступны гем бусты. Раз, два, три. Давайте вот так вот заюзаем, ребята, и пойдем сейчас вместе с вами играть. Я вам расскажу то, что мы готовим для вас новенькое обновление. Давайте посмотрим топ игроков. 174 победы у кого-то. Это просто жесть, ребят. Вот это вы мощные. У меня всего лишь 4 победки, ребят. Но сегодня я хочу, ребята, показать вам вот этого стелс-агента. Давайте мы с вами его вот так вот купим. Ну, типа, да, сдонатил свою игру. И окей. И рад этому. Ну-ка, давай-ка. А, все, он у меня купился, да? Вот он, ребят. Давайте мы с вами его экипируем. И пойдем, получается, так. Наверное... Мы с вами возьмем еще джетпакера. А, подожди, у меня джетпакер есть, да? Давайте мы возьмем ученого. Да, ученого не хватает, ребят. Ну и погнали, сейчас мы с вами пойдем в Туалет-Сити. Тут у нас получается, ребят, пока всего лишь 3 у нас режима, да? Давайте я попробую сейчас выбрать хардовский. Посмотрим, получится или нет. В харде у нас, да? Сейчас сразится. Может быть, получится. И давайте так, ребят. Каждое видео я буду заходить на рандомный сервер. Сейчас, после того, как мы с вами затестим вот этого секретного агента. Вот он, ребята. Вот так вот он выглядит. И, кстати, радиус у него достаточно крутой. Но, конечно, мне надо, наверное, сначала джетпакера поставить. Кстати, давай-ка попробуем вот так вот с ТВ-шницы начать. И давайте попробуем включить автоскип. И давайте потихонечку сейчас будем ставить наших ученых, ребят. Ну, все по классике. Только, как вы уже знаете, у нас все очень быстро здесь происходит. Бои очень быстрые. Матч, точнее, да, ребят? Не, смотри, 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 смотри. Давай, 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 ТВ-вумен. Ну, ТВ-вумен... типа, один из самых таких крутых юнитов на начальную стадию игры, ребят. Она потому что, смотри, ну, это в харде, да? Посмотрим, как будет, ребята, в инсейн моде. Смотри, одного пропустили все-таки мы, да? Ну, это потому что я тут ученых ставлю. Но ничего, мы сейчас с вами джетпак поставим. Так, тут у нас 650, давай вот так вот джетпак поставим, чтобы он, ребята, помогал. Ну и у меня есть, ребята, тоже вот такой вот крутецкий вообще юнит. И я, наверное, пока его ставить не буду. Давай мы вот так, оп, 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 оп. Сначала, конечно же, ученых, ребят. Апгрейдим ученых. Сейчас надо вумен, 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 вумен апгрейдить, ребята. Ладно, давайте мы с вами вот так вот джетпакера апгрейдим. Теперь вумен. И 1500 у нас вумен. Ну, я думаю, окей, нормально. Давайте продолжим апгрейдить наших ученых, ребят. Потому что денежки нам обязательно нужны. Давай, 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 добивай. 2 хп оставил, капец. И не добьет, да? Ладно, давайте вот сюда еще одного поставлю на всякий случай. Потому что, походу, сейчас будут доходить, да? Да, ребята, немножечко дошли. Но я вот так вот апгрейды делаю. И надо нам, оп, сейчас на максимум апгрейдить наших вот этих ученых. Смотри, ребят, сейчас все окей. Сейчас все нормально. Мы с вами справляемся. И сейчас надо джетпака прокачать на максимум. О-о-о, это плохо. Бига пропустили одного. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, давай вот здесь вот апгрейдим. Я думаю, он бига добьет. Все, я ставлю, ребят, вот здесь вот. Давайте мы ставим с вами секретного агента. Вот так поставлю я его. У него, смотрите, 350 урона в 0.7 ДПС, ребята. Пока 500 он наносит. Апгрейд делаем раз. Жесть, ребят, смотрите. У него 10 тысяч апгрейд стоит последний. Давайте посмотрим. Стелс агент. Вот так вот он выглядит. Пока бьет кулачком. Так, тут у нас биг идет. Но с бигом он справляется. 550 урона, ребят. В 0.5. То есть он уже по 1100 бьет. Жестко, жестко, ребят. На харде, конечно, мне кажется, он прям нереально будет сейчас проходить все. Давайте сейчас мы его апгрейдим. Даже, может быть, придется его немножечко нерфить. Потому что, ребята, оп, апгрейд. Вот, смотрите. Он кнопкой сейчас дамажит, ребята, 1600. Прикиньте. Смотри, что творит, ребята. Это просто жесть. Ну, я что-то, ребят, создал какого-то супер жесткого агента. И мне кажется, нам надо с вами его понерфить, ребят. Потому что, смотрите,
он нажимает на кнопку, происходит взрыв, и рядом кто со взрывом, ребят, они получают точно такой же урон. Вот, смотри, сейчас на боссе проверим. Жесть, ребят, не, это имба, это просто жесть. Я создал читерского, абсолютно читерского юнита, ребят. Мари, сколько взрывов происходит. Да, ребят, его надо немножечко нерфить. Потому что это жесть. Короче, ему откат, ребят, я уменьшу. Чтобы он не так часто нажимал на кнопку. Потому что, смотрите, ребят, просто стоит, играет с кнопочкой и уничтожает. А я могу уже второго поставить, ребят, смотрите. Я поставил второго уже. Сейчас поставлю третьего. И тут вообще никто не пройдет. Это просто жесть, ребят. Короче, я буду делать его дороже. И буду делать его, наверное, ребята... Откат ему буду меньше делать, потому что, ну, это жестко. Вы посмотрите просто, что происходит. Он всех взрывает, никому не дает выйти. Не, ребята, это самый читерный, наверное, юнит пока в игре. За робаксы. Надо, короче, его немножечко нерфить. Остальные-то, в принципе, норм. Даже вот этот не сравнится с ним, да? Давай сейчас мы его поставим. Тоже вот так вот апгрейднем. В принципе, он тоже очень силен, ребят. Этот юнит. Но вот этот, конечно, стелс-агент, ребята. Я буду его нерфить 100%. Посмотрите, он просто всех взрывает. Все, я апгрейднул. У него, тем более, только 3 апгрейда, ребят. И вы смотрите, он всех взрывает. Жесть, ребята. Ну, слушайте, мне даже самому интересно вот так вот. Я, в принципе, его тестил. И мне показалось, что норм. Но сейчас я вижу то, что это, конечно, жестко. 3 таких стелс-агента вообще никого не пропустят. Давайте вот этого продам. Сейчас я еще вот этого апгрейдну на максимум. Вообще дичь будет, ребята. Ну, слушайте, вот эти юниты будут, наверное, под бесконечный режим больше. Хотя, в принципе, накопить и в харде можно, да, сейчас на них, смотрите. Я, короче, дороже делаю 100%. Ребят, пишите свое мнение, конечно, в комментариях, но мне кажется, это имба. Сейчас посмотрим, как у нас выйдет последний босс. Только 5 минут, смотрите, прошло. Это у нас джетпак. Ну, с джетпакером мы вообще легко разберемся, смотрите. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все, до свидули. Да, ребят, это жестко. 17 косарей у нас. Давай вот так, пам, апгрейд. Все, мы уже и кроу, ребят, прокачали на максимум. Жесть. Смотри, пам-пам-пам-пам. Все взрываются. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, ребят, конечно. Я поставлю еще одного. Вот так вот стелс-агента. Давай этого ему уберем. Этого тоже уберем. И оставим чисто агентов, ребят. Так, апгрейд. И... Не, надо дороже делать, ребят. Реально, надо делать их дороже. Это жестко. И радиус, наверное, даже можно уменьшить им. Потому что что-то прям вообще слишком имбовый, ребят. Я создал читерского юнита, который абсолютно все взрывает. Давайте сейчас еще одного вот сюда ставим. Ну, это вы сами все видите, ребят. Надо нерфить. Не знаю, кто-нибудь успел его купить или нет, ребят. Напишите в комментариях. Может быть, среди вас есть те, кто успел купить. И пишите в комментариях, ребята, каких юнитов вы хотите еще увидеть в игре. У нас 38-я волна тем временем. И, ну, вы сами все видите, никто вообще не выходит. Это дико. Это дикий юнит, которого надо, ребята, срочно нерфить. Так, сейчас мы с вами посмотрим, как мы справимся с боссом. Сколько тут у босса хп. Давайте сейчас посмотрим. Вот у нас идут, смотрите, бии, 7000. Они лопаются, вы видите как? Нет, тут вообще без шансов, ребят. У босса нет никаких шансов. Жесть, ребят. Я не ожидал, что так будет жестко. Смотри, 26000. Все. Просто за 7 минут, ребят, мы с вами прошли и с бустом получили 225 гемасов. Ребят, в следующем видео давайте я, наверное, сделаю для вас какой-нибудь еще супер интересный бонус, да? Ну а сейчас давайте я иду на общий сервер и какому-нибудь рандомному счастливчику подарю вот этого стелс-агента. Я, конечно же, сейчас его сразу пойду нерфить, ребят. Сделаю его намного дороже, чем он сейчас. И немножечко другие штуки ему, конечно, подправлю. Так, тут у нас вот ребята. Давайте выберем какого-нибудь, ну, не знаю, чувака, который меня заметит. Давайте, ребят, сейчас вот сюда мы подойдем. Кто первый ко мне подбежит, тому я и передам. Так, давай сейчас посмотрим.
Я просто не знаю. Ну-ка, давайте сейчас посмотрим. Ко мне кто-нибудь подбегай, давай, давай, давай. Вот. Кто это? Нубик. Я ник не вижу, к сожалению, ребят. Ты Ориг? Да, ребят. Вот, все, я сейчас ему кину трейд. Давайте мы с вами его попробуем найти. Так. Ты Ориг? Да, я Ориг. Все, держи, я тебе трейд кидаю. Вот. Держи, стелс-агента. Просто так, дарю тебе. Ребят, если хотите такие же подарочки, то обязательно пишите в комментариях. Я обязательно буду заходить на сервера и делать вам подарочки. А стелс-агента, ребята, придется мне сейчас нерфить. Поэтому, ребята, давайте мы сейчас с вами его занерфим. Давайте я ребятам, кто еще не посмотрел видео, вот так вот напишу код, ребят, вот так, GameRain, чтобы люди писали сразу же, да, до выхода видео, ребята, чтобы кто-нибудь писал вот этот кодик. А я, ребят, давайте сейчас его быстренько занерф и покажу вам, насколько сильным он стал. Ну, типа, сейчас он был нереально сильный, а какой будет, сейчас вы увидите. Ребят, смотрите, мы с вами стартуем с 19 волны, и получается, что я, ребята, вот изменил стелс-агент, ребят. Давайте мы посмотрим. Следующий, смотрите, второй апгрейд у него сейчас стоит 10 тысяч. И последний, ребята, 20 тысяч. Вот, смотрите. Он взрывает теперь по 800 урона раз в секунду, ребят. И радиус у него стал чуть поменьше. Я думаю, в принципе, это достаточно неплохо. С учетом того, то, что он сейчас стоит намного дороже. И мы, в принципе, с вами можем сейчас их тут, ну, кучу наставить. Вам, кстати, ребят, если интересно вот так вот смотреть, как я показываю, ребят, как мы разрабатываем игру, как мы изменяем что-то, то обязательно пишите, конечно же, в комментариях, ребят, смотрите. Вот таким вот образом мы с вами теперь можем наставить кучу вообще агентов. Вот так, пам-пам-пам, все, ребят, наставили, и вот таким вот образом мы их тестируем, ребят. Ну вот, смотрите, тут мы по-любому никого, конечно же, не пропускаем, потому что, ну, кого мы пропустим, ребят, тут у нас вот этот юнит очень крутой сейчас. Ну, в принципе, он был крутой, ребят, сейчас просто он стал чуть подороже. Мы с вами за игру можем поставить теперь не так много их, да? Давайте, допустим, посмотрим, как будет один справляться вот таким вот образом. Это, кстати, ребят, я в Roblox студии сижу, где мы, получается, создаем игру, все изменяем. Смотрите, ребят. В принципе, он один справляется на 23-й волне. Но чтобы до 23-й волны дойти, нужно накопить 30 косарей, чтобы он вот так вот взрывал. Ну, ребят, если вам нравится, как мы создаем игру, как мы пытаемся ее развивать, то обязательно пишите свои идеи в комментариях. Обязательно все посмотрим, все прочитаем и постараемся как можно лучше сделать игру и обновление в дальнейшем. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.